интересная панорама отсюда открывается. Надо ее обязательно снять. Это мы в городе Куйбышеве, Каинске. Центральная площадь. Да, вот видите, как тут разные стили. Разные эпохи. Вместе. Прямо на одном пятачке. Да, 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 да. Там вот. Это вот с гербом. Вот в Каинске очень много старых домов сохранилось. Вот. Удивительное место, в котором мы оказались вчера. И сегодня пытаемся понять дух этого места. В нем много всего наслоилось, но все это вместе показывает, какими богатствами располагают жители этого города и какими богатствами этого места могут располагать туристы. Те, которые случайно или не случайно окажутся в этом городе. В городе Каинске, ныне Куйбышеве. И вот сейчас мы видим очень интересные постройки конца 19-го, начала 20-го столетия. Купеческие дома, причем такие мощные. Что-то отреставрировано, что-то взято на охрану. Ну а что-то пока, к сожалению, не удается еще сохранить. А я вот подумал, что качество архитектуры очень точно отражает качество элиты в данный исторический период. Какова элита, такова и архитектура. Так, это общая панорама как раз той площади, где раньше стоял храм в Каинске. Вот такие вот. Вот, а вот осталось от Куйбышева постаментик остался. И еще какой-то здесь этот зал. Да, 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 да. Сейчас посмотрим. Все зафиксируем, все зафиксируем. Да, вот это здесь стоял памятник Куйбышеву. Вот торчит еще арматура, державшая его ноги. А вот это камень в честь восстановления собора, который здесь будет восстановлен. Вот. Ты тоже снимаешь, а, да? Ты снимай, снимай, Ленечка, ты же видео снимаешь. Вот он, Спасский собор. Будет восстанавливаться. Надо будет сфотографировать. А я уже фотографирую, да. Я снимаю на видео. Показать милашки. Да. Интересно. А вот Ирина Николаевна. Здрасте. Здравствуйте, Валентина Георгиевна. Очень я знаю. Я вас уже заочно знаю. Ой, как приятно. Ой, а вы как не предупредили, да? Как нас не ожидали на быстрее. Ну, мы знаем, что... А чай где-то. Девочки, чай. Оксана. Я не говорю, что Валентина Георгиевна, чай. Они так гуляете, хорошие. Попробовать чай надо. Попробовать чай. Замечательный. Вот, с вареньем вообще. Ложечка есть. Вот. Держите. Спасибо. Ага. Наталья Накентьевна, вот вы подозреваете, что этот дом будут сносить, да? Да? А то, что такая информация есть, да? Ну, жители ждут новых квартир. А, это в плане. Это в плане, наверное, комфортное жилье. Потому что действительно. Посмотрела, но думаю, ладно. Кирпичи-то, те кирпичи с того кирпичи. Времени. Вот такая была вокруг этого парка, такая дорожка.
Ну, на будущий год надеемся, потому что Кошелев сделал все, чтобы нас включили в план ремонта реставрационных работ вот следующего года. А проектную документацию они очень быстро делали. Он уже знал, что работать не будет, и он успел проектную документацию подготовить. Он ушел уже? С ним не подписали контракт. Могила сохранилась, она в гробе, в целости, сохранности, да. Но она в разложенном виде. Ну было. Да, да, да. Мы тоже, знаете, обращались, и глава уже обращался в этот завод, он на сегодняшний день сохранился. Сохранились емкости, которые еще Никита Петрович в то время завез откуда-то, емкости там с этими со знаками еще старыми. Сохранились промышленные производственные помещения, сохранились каменные ограждения, стена каменная вокруг этого, этой территории огромнейшей. Там складские помещения все сохранились. И сейчас этот завод принадлежит предпринимателям из Москвы и Петербурга, там менялись хозяева. И мы к ним обратились, чтобы они в знак того, что бесплатно все получили, практически бесплатно, и те же емкости, и они не пользуются сегодня, чтобы они помогли нам восстановить вот это надгробие. А надгробие восстанавливали на семейных склепах. Купцов каменских хранили в семейных склепах. И надгробие вот, на семейных склепах Ерофеева было в виде мраморной комнаты. И они выделили 50 тысяч. Ну, это... А на 50 тысяч там даже расчистку не сделаешь. Это копейки, конечно, да. Вот если бы это восстановили, вот, там еще надгробие на соседнем, рядом захоронение купцов Волковых, тоже склеп, и на этом захоронении надгробие в виде ажурной беседки. Знаете, уникальное кладбище, мраморная комната, беседка ажурная, кованая, причем ковка, когда кузнец из Новосибирска приехал, первый кузнечный мануфактур, я ему показала, но отец как бы хотелось, чтобы там перенес эти детали на оформление в музее. Он стоял несколько минут, как завороженный. Я думала, что он окаменел. Он так долго стоял и любовался этой красотой. Вот у нас такая вот интересная. А это когда? А это вот 24-го они должны были. Так, охраняется государством, но, по-моему, его уже разбирают. Бабло правит миром. А вот администрация и новый памятник Куйбышеву, точнее, перенесенный сюда. Туда сначала, а потом... Энергетика сохранилась.